Шрек! Шрека я люблю. Шрек хороший тип. Давайте посмотрим, что он там делал. Чистил зубы насекомыми. Ну, в жизни так я бы не посоветовал, но дело в том, что вселенная Шрека для Огра это обычные вещи. То есть это все равно, что я буду вас судить за то, что вы чистите зубной пастой свои зубы. То есть, ну, логично, что это нормально для Шрека. 2 балла. Или 3, сколько я дал. Безвылазно сидел дома, так как считал, что всем противен. Ребята, а у кого такого не было? Дело в том, что таких людей не надо осуждать, им надо помогать. И, соответственно, ну, я думаю, что в раю Шреку обязательно помогут справиться с этой проблемой. Кстати, в мультике он справился с этим, вроде как. По крайней мере, нашел свою судьбу. Пукал врагам в лицо? 10 баллов плюс. Итак, Шрек отправляется в рай.